этот поезд наш единственный выход. Давай же доберемся туда, до него. Охотники, поспешим. О, какие-то охотники снова. Так, все, здесь пусто, да? Это круто. Давно мы не встречали эту пушку. Так, погоди, погоди, я сейчас осмотрюсь, а потом помогу тебе забраться на поезд. Блин, накидали бы каких-нибудь ништяков, не знаю. Такая территория и пусто. Подойди и помоги мне залезть. Да не кричи ты там. Подойду и помогу. Нормально. Ну и где вы там? Ух ты ж, нифига себе. О-о-о. А сколько вас тут? Так, 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 надо куда-нибудь заныкаться. Так, 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 не тупим, не тупим. Да чтоб тебя! Ты откуда палишь-то? Ну давайте еще пробуем. Так, так, так. Этого ракетчика уничтожить. Так. Вон он откуда стрелял. С этой ракетницы. Да перезаряжай ты. Держи тебя. Да мне не добраться до тебя, но поможет она мне залезть. Меня тут окружили со всех сторон. А где пушка? Вы чё? Наведите МВП на источник ценной энергии, чтобы отремонтировать поезд. Ну-ка давайте, нифига себе.
Да ладно. А у тебя я никак не ждал. Ух ты, оружейный шкаф. Так. Автопушка какая-то. Выберите оружие. А, ну да. Как мне и говорили, здесь можно, значит, выбрать все-таки. Я думал, здесь выбор только для усовершенствования. Спасибо подписчикам. Так. Что выбрать? Давайте игломет тогда выберем вместо валькирии. И вот так вот. Усовершенствовать мы можем, нет? У нас нету ничего. Окей. Максимум. Все по максимуму. Столько аптечек здесь. Ну что, давайте попробуем сразиться с паучарой. Где она? О-о-о! Не выбраться. Давай лечись. Так. Отлично, нифига на как. Как с этого? Как с автомата, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, нифига себе, они еще и на голове выросли. Получил? Воу-воу-воу-воу-воу, нет. Тихо. Ай. Лечение. Ух ты, боеприпасов нет. Держи. На тебе в голову. Перезарядка. Отлично. Где еще у тебя есть? Еще на голове выросло. Как тебе это нравится, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да что там происходит? Да тут вообще. Да, вас тут еще не хватало, блин. Сколько вас там? О-о-о. Ай-яй-яй-яй. Давай, бегом. Жесть. Бегом.
Не бежит он мне. Офигеть. Так, ну что сделаем? Ух ты. Сейчас мы тебя прикончим, тварь. Допрыгалась. Ренка, ты молодец. Доктор Борисов, прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти у порта. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Нам повезло, что поезд устоял, а то пришлось бы идти пешком. Опять жучки здесь, блин. Я рада, что мы встретились, Ренка. Пусть это и станет самым страшным эпизодом моей жизни. Я тебе все равно не доверяю. Ступайте вперед и найдите корабль. Я останусь здесь и попробую связаться с доктором Борисовым. Поспешите, Демичев наверняка близко. Так, что у нас? Нету здесь ничего. Оп. Ништячок прилетел. Максимальный запас. Эх. Так, модернизатор. Что мы можем сделать? У нас всего 3, почти 4 тысячи. Так, добытчик, вампир у нас выбрана. Способности МВП. Это рукопашный. Так, улучшение оружия. Давайте покопим. Да, нужен какой-то ящик, значит, чтобы забраться. Я так понимаю. Грузовой манифест, 15.10.55. Лена, отбытие. На борту отходы руда Е-99 скульптуры. 20.10.55. Жемчужины, прибытие. На борту сталь, древесина, трубы, одежда, продовольствие, культовары. 23.10.55. Жемчужина, отбытие. На борту отходы, особый груз Е-99 скульптуры. Не понял. Так, за
Здесь у нас пусто. А, вот и ящик. Наоборот, значит, не подниматься надо, а спуститься. Уё! Нифига их там повылазило, блин. Хорошо, они все в куче были. Барисов ошибается. Так, опять кто-то здесь воет. Давайте пока здесь бросим. Посмотрим, куда надо. Так, походу надо на ту сторону, да? Понятно. Давайте сделаем это. Еще одно. Да что у вас, а? Растяжки эти. Дверь закрылась, я думаю, что тут. Вертолет на подходе. Осторожно. Она умрет. Ты не доверяй ей, теперь она умрет. Так. В принципе. И так устраивает оружие. Вполне пока что. Вертушка. Его до сих пор не починили. Кого не починили? О-о-о. Что за? Это все? Запомните, на корабле введен строжайший карантин. Незнакомое лицо, проверяйте документы. Проверяйте досконально. А если... Никаких если. Чуть что не так, открывайте огонь. Ой, а чё надо? Мимо-то. Проскочило. Снова переместились, получается, во времени.
Для юмора, не понял. О! Там ящики, бочки. Ладно. Держи. Да что-то я все в перила-то попадаю. Твою мать. Это. Так, в бочку давайте попробуем. Здорово. Где ты там? А чё, отморозился что ли? Окей. Дай-ка я тебя тогда сейчас вот так. Достал ты меня. Еще один вышел. Так, где мой охотник? А где охотник? Вы что, прикольнулись, что? Засранца. Ой, граната. Блин. Отлично. Да сколько вас там? Откуда ты стреляешь-то? О, нифига себе. Все, пошли. Получи. Да где еще-то орут? Патроны. А, максимум. Здесь улучшение. Так, улучшение у нас что там? О. Давайте улучшение оружия. Тот у нас забрали охотник, дали другой. Давайте наверх. Круто. Ух ты, ух ты, ух ты. Так. Кто-нибудь его видит? Работающая эта станция. Что-то с ней, значит, надо сделать. Да, вон панелька. Помогите! Я под обстрелом! Жемчужина. Хватит уже стрелять.
граната. Куда ты стреляешь? Где? Я не вижу, откуда ты стреляешь, короче. Я под обстрелом! Стреляй, стреляй! Давай вперед, я прикрою. Помогите! Я под обстрелом! Куда он делся? Привет. Воу. Нет, стой, 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 стой!